четвертый случай действия бумеранга. Сразу говорю, что эти случаи я не придумала, они были в реальной жизни, которые происходили с людьми, которые жили вокруг меня. Это были соседи, это были знакомые, их знакомые и так далее. Так что истории не придуманные. Четвертый случай. Одна женщина радовалась, что ее дочь соседки разошлась. Это было летом. Во дворе стоял стол. Она залезла на стол и танцевала на столе лезгинку. Она очень любила танцевать лезгинку. У нее это получалось очень здорово. У нее была дочь. И дочь вышла замуж за парня, который был очень ревнивый. И из ревности бил ее. Эта женщина однажды была свидетелем такой драки и влезла защищать дочь. А зять ее толкнул таким образом, что она сломала позвоночник, упав на бетонную плиту во дворе. Ей пришлось носить корсет на позвоночнике. Но прожила она недолго. Ходить она, естественно, не могла, тем более танцевать. Так что вот так. Это действие бумеранга. Пятый случай. Женщина делала всем на работе гадости, про всех сплетничала начальству, старалась избавиться от неугодных ей людей. Начальник был самодур в некотором смысле и слушал ее. И вот как действие бумеранга вернулось к этой женщине. У нее родился сын. Когда было ему около годика, летом они занимались заготовками на зиму с сестрой. Сын схватил горячую кастрюлю с плиты, и вода пролилась на него. Обварился кипятком. Мальчика в больнице не могли спасти. Это действие бумеранга. Шестой случай. Женщина делала пакости другой женщине, а когда пошла помогать подруге закатывать на зиму соленья, не углядела за малышом. Малыш, вероятно, хотел пить. Он схватил бутылочку с водой, жидкостью, а это была уксусная эссенция, и он обжег горло. Благо, что в бутылочке было мало уксуса, и он только обжег горло. Но остался жив. А на этом все. Следующие истории будут в следующем ролике.